Я обращаюсь к Министерству обороны и Генеральному штабу Украины. Сегодня Владимир Зеленский окончательно утратил право представлять интересы вашей страны. Он больше не является самостоятельным руководителем вашего государства. Его решение участия в войне против России гражданских ставит под угрозу суверенитет вашей страны, а также безопасности жизни ваших граждан. Вовлечение украинцев в справедливую войну может привести к национальной катастрофе. Впоследствии это повлечет неотвратимое наказание всех причастных. Отказавшись от своей обязанности защищать страну и ее народ, Зеле снял с себя полномочия главнокомандующего. Сейчас у вас есть шанс начать действовать в интересах своей страны Украины и защитить ее безопасность и суверенитет от западных кураторов. У вас есть все законы основания не выполнять преступные приказы Владимира Зеленского. У вас есть все законные основания не становиться соучастниками убийств в отношении своего народа. У вас есть все законные основания остановить человека, который сегодня совершил измену Родине, измену украинскому народу. Сейчас речь идет не о политике, а о сохранении вашего государства и его защите. О том, чтобы ваши действия были продиктованы интересами суверенного государства Украина, а не интересами Зеленского. Вне зависимости от того, каких политических взглядов вы придерживаетесь сейчас, передо мной и вами стоит общая задача прекратить участие вашей страны в войне против России и остановить любого, кто толкает к этому. Вы знаете, кто втянул нас в эту трагедию. Я беру на себя ответственность говорить с вами от имени народа Республики Беларусь. И я делаю это потому, что это мой долг. Сегодня вы должны вспомнить, я в вашем долге. Украине сейчас нужен каждый сознательный офицер. А вашим детям нужна мирная, безопасная и независимая Украина.